пальмовым костром день догорает. Без раздумий смерть нас выбирает. Давай, проходите на контроль. Привет, друзья. Кто-то из нас ездит на экскурсии в Италию, кто-то в Рим, кто-то в Париж. А куда занесло нас, этих маньяков из студии гонщиков с Одессы? Вы даже не представляете, даже не поверите куда. А занесло нас прямиком нахуй в бар. Посмотри туда. Чернобыль, Припять. Зона отчуждения. Вот так, дорогие наши зрители, все только для вас. Чем мы только не рискуем ради наших зрителей. Мы уже в зоне, туалет, на территории зоны, одеваем свинцовые, плавки, свинцовые труселя, красные я уже одел, уже заправляюсь, уже фонят, уже светятся. Не вернется. На осколки душа разобьется. Откровением снов, разрушением основ. Ты услышать готов. Прийти зов. Этот крик пустоты убивает мечты. Наш наступит черед. Слышишь, Припять зовет. Всех нас Припять зовет. Обреченным спастись не дано. Медленно, но верно, время истекает. Утешение только одно. Сталкеров без очереди рай пропускают. Обреченным спастись не дано. Медленно, но верно, время истекает. Утешение только одно. Сталкеров без очереди рай пропускают. Откровением снов, разрушением основ. Услышать готов. Припять зов. Этот крик пустоты убивает мечты. Наш наступит черед. Слышишь, Припять зовет. Всех нас Припять зовет. Это Припять зовет. Внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти провести временную эвакуацию жителей города. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять...